Здорово, квакеры! Рад вас приветствовать на канале Quake Champions Video. Многие, наверное, заметили эти странные посты в социальных сетях о создании саундтрека. И в этом видео я вам расскажу более подробно о грядущих изменениях в игре. Погнали! Новый игровой саундтрек пропитан потом и кровью настоящего викинга от мира металла, Эндрю Халшульта. Он написал саундтрек для независимой игры Dusk. И его же музыка звучит в популярной модификации Brutal Doom. Как вы уже могли догадаться, следующее обновление будет полностью посвящено музыке. Заменят все, от фоновой музыки в меню и тематических композиций каждой карты до музыки, которую мы слышим после победы и поражения. Ну, короче, полностью все. Сделано это все, чтобы игроки могли полностью насладиться работами авторов в подходящей обстановке во время кровавого месива на арене. Если вы вдруг подумали, что они хотят взять и выкинуть из игры всю старую музыку, которую мы еще слушаем со времен закрытого тестирования. Да, это действительно так, но не волнуйтесь, это ненадолго. Старая музыка никуда не денется и скоро к нам снова вернется. Просто разработчики хотят, чтобы все насладились новыми произведениями, а со временем в игре будет доступна и старая, и новая музыка. Все, кто пропустил анонсы саундтреков, смотрите это видео дальше. А с остальными я прощаюсь. С вами был Виртуоз, увидимся в следующем видео. Ах да, обязательно подпишись, чтобы не пропустить самые важные новости игры Quake Champions.